МАЙС ТВ представляет образовательный проект. Лидеры отрасли МАЙС делятся с аудиторией МАЙС ТВ своими золотыми правилами успеха. Я вас приветствую. Все мы знаем, что совершенство состоит из мелочей, и каждой детали формирует имидж мероприятия. Очень важно соблюсти все нюансы, продумать заранее все шаги для проведения успешного мероприятия. Первое, что необходимо сделать, это провести единую концепцию, единый брендинг мероприятия, начиная от идей, заканчивая уже концептуальными какими-то элементами на площадке. Это флористика, просволы, раздаточный какой-то материал. Но также необходима подготовка к мероприятию. Это индивидуальный подход к каждому VIP-гостю. Уточняем каждую предпочтение, проблемы. Это аллергия, предпочтение по мясу и рыбе. Это очень важно, когда вы формируете меню мероприятия, уточнить и учесть все детали, пожелания клиентов. Также должен быть хорошо подготовленный хостес. Это очень важно, потому что улыбающиеся девочки, которые не могут ответить на ваш элементарный вопрос и провести навигационную какую-то консультацию по площадке, это сразу провал. Поэтому мы очень обращаем на это внимание, очень сложный и детальный подбор именно для этих элементов программы. Также начинаем элементы продумывать, начиная с парковки. Внешний вид парковщика. Если есть и парковочные места, это замечательное мероприятие. Если нет, тогда нужно провести информирование, как добраться до площадки, также выставить от метро хостес, тот же, который будет направлять людей на мероприятие. Ну и какие еще моменты нужно учесть? Это информирование клиентов за какой-то определенный срок о мероприятии. Мы начинаем информацию о мероприятии за 6 месяцев, для того, чтобы топ-менеджер уже забил себе это мероприятие в календарь, и не было потом никаких нюансов, отмен и так далее. Тем самым мы обеспечим почти 100% явку на мероприятие. Очень важно создать сайт мероприятия, для того, чтобы избежать постоянной рассылки по электронной почте, потому что это иногда не очень удобно, попадает в спам, потерь.